Доброго времени суток, дорогие зрители. Мы находимся в Стокгольме, прекрасной гостинице, название которой я говорить не буду. И сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Поехали. Так, первый вопрос от Саши Ситнова. Как получить скиллуху, как у тебя? Ответ простой. Нужно много играть, иметь такие же красные глаза, как у меня, и еще кое-что такое же, как у меня. Ну, ты сам догадываешься, что это. Будете ли вы распускать состав, если не отберетесь на TI? Ну, думаю, изменения, как везде, произойдут, если не отберемся на TI, потому что это самый главный турнир в году. И ну, точно что-то будет, если не отберемся на International. Так. Когда разбанишь в группе, спрашивает Тигран Тигранович. Когда ерунду перестанешь писать? Почему не пикаете виспа? Потому что нет игрока на виспе. Как настрой команды после вылета с двух турниров за два дня? Ну, поначалу фиговый был настрой, откровенно говоря. На StarLadder мы, получается, это вообще там без вариантов отлетели. Хотя планировали показать себя на этой квалификации, можно так сказать. Но вот не получилось. На Лимнике тоже немного не получилось. Поэтому тяжело пока. Но это там ряд причин. Если будут вопросы, отвечу, почему так. Почему мы проиграли? Ну, очевидно, потому что хуже играли. Что мешает команде выигрывать? Ну, прежде всего, мы сами. И наш настрой, и какое-то отношение. Игроки-то все скилловые, просто пока не получается построить хорошую команду из этого. Когда уберут из ЧС в Твиттере? Когда поменяешь аватарку Virtus.pro на аватарку Empire? Есть ли мысли играть с Резолем? Ну, по выпуску, когда выпустится это видео, вы узнаете уже, у кого были мысли играть с Резолем. Почему ты такой офигенный, скажем так? Не знаю, сам таким получился просто. Где Жотом? Ну, уже официальный анонс был, Жотом с нами уже нас не тренирует, пока он без него. Решили попробовать поиграть без него. Это, никто не обвиняет его в каких-то наших плохих результатах, каких-то неудачах. Просто решили сменить капитана, пикера, то есть пикает у нас сейчас Никс, и с Жотмом это немножко не получалось вместе, поэтому пока так. Почему мы перестали брать тебе оффлейн, кентавра и легионку? Ну, кентавра мы перестали брать, наверное, еще со времен Дака, когда он был моден, когда его брали в основном с инвокером, по-моему. Да, инвокер, там мартретка у нас, помните те времена, наверное. Вот тогда и перестали. А ЛЦ, ну, мы периодически берем. Не часто просто, потому что герой не супер метовый, и ему нужен хороший старт, поэтому как-то так. Основная цель на остаток сезона, почему не удается выйти на новый уровень, имея очень качественных исполнителей. Ну, цель, очевидно, выйти, главное, на International. Это у любой команды цель номер один сейчас. Почему не удается выйти на новый уровень? Я уже, в принципе, отвечаю, потому что мы сами себе мешаем это сделать. И, ну, я надеюсь, у нас будет продуктивный буткемп в дальнейшем. И если мы его хорошо проведем, приблизительно так же, как мы проводили его перед International, надеюсь, у нас все будет хорошо. Спасибо тебе, Андрей. Не за что. Поясни за то, что я выиграл тебя один на один, а ты меня не взял к вам. Не, ну когда ты спал, наверное, ты выиграл во сне кого-то один на один. Но такого больше не было, мне кажется. Опять, когда разбанишь Тигран Тигранович? Да елки-палки. Да разбаню, ребята, когда-нибудь. На ком нравится больше играть? На оффлейнерах больше нравится играть. Ты зарапортил Лича? Игра на Абадоне. Да, вот человек с ником Бакит, если ты это смотришь, и ты играл на Личе в моей игре, я тебя зарапортил. Как собираетесь усиливать команду Кенту? Ну, это тяжело сказать. И если я скажу, как мы собираемся усиливать эту команду, Кенту, все начнут также усиливать и усилиться, правильно? Поэтому я так не могу сказать. Кентавр — это лучший герой в доте. Да чего с этим кентавром? Абсолютно посредственный сейчас герой, мне так кажется. Ну, неплохой, но не самый лучший уж точно. Почему вы не могли оставить ДМ на второй позиции, а ФН на первой? Потому что очевидно, что ДМ еще мал и глуп и не видал больших турниров, скажем так. Поясни за шмоты драфты, спрашивает Кирилл. Твит АК, твит РГ Империи. Кирюха, поясни за твиты свои лучше. Или их отсутствие. Почему так много мисплеев? Потому что играем не очень сейчас. Это обсуждение. А, что с ингейм лидерством? Кто руководит передвижением в игре? Так каждый вопрос, по-моему, задается. В основном этим занимаюсь я.
каждый игрок дает какие-то свои идеи помимо этого, но основные колы стараюсь делать я. Так, целых три вопроса. Когда новый видос Игоря? Когда он? Не знаешь? С первым титулом. С первым титулом, то есть скоро, то есть. Жутно было. Против какой команды вам сложнее всего играть? Против Secret Fnatics сложнее всего играть. Чего вам не хватает вашей команды для победы над такими грандами, как Ньюби, Фнатик, Вичи Гейминг, ОГ, ЕГЭ? Очевидно, опыта и большего командного лучшего командного взаимодействия. Как ты думаешь, сможет ли ваша команда в нынешнем составе повторить прошлогодние результаты и войти в топ-8 TI-8? Тут тяжело загадывать, потому что в целом International — это абсолютно другая история. То есть ты можешь плохо или посредственно играть до International, но приехать на International и выстрелить, потому что там своя особенная химия, отдельный абсолютно турнир, где может происходить все, что угодно. Поэтому загадывать реально тяжело. Чем ты планируешь заняться, когда завершишь карьеру киберспортсмена? Я вроде отвечал на такой вопрос когда-то. В основном я планировал бы заняться тренерством. Если тебе предложат выбрать между iPhone и Xiaomi, то какую модель Xiaomi ты выберешь? Xiaomi X я выберу. Покажите достойную игру на эпицентре. Ужасно хочется увидеть вас на сцене с кубком, особенно живьем. И помашите мне там ручкой, пожалуйста. PS, свобода Тиграну. Ручкой помашем. Обязательно. В чем секрет микроконтроля? В том, чтобы забиндить всех крипов на кнопки. Очевидно. Когда Ростик начнет отвечать на вопросы? Когда захочет. Как ты справляешься с поражениями, не тильтуешь? Ну, на самом деле, со временем уже адаптировался к этому более-менее. Поначалу, когда вот только начинал, тяжело очень было проигрывать там какие-то обидные, особенно поражения, если были, тяжело переживал. Но потом, когда уже втянулся в это, ты понимаешь, что это не первое и не последнее поражение, к сожалению. И что нужно двигаться дальше и работать больше над собой. Вот. Почему Бог создал Фена с татуировкой, а тебя с носом? Ну вот такое чувство юмора у него, видимо. Вират говорил, что вы усердно готовились к минору, но в то же время Ярик был на ВСГ. Как-то совмещали тренировки с турниром, или же Виталий соврал, скажем так? Ну, как бы сами можете догадаться, если, наверное, игрок на другом турнире, то не особо мы готовились к Dream League. Как так получается, что мы от тебя видим то потрясающую игру, то фейл за фейлом? Блин, ну на самом деле обидный вопрос, но я отвечу. Вот откровенно говоря, ну, как я считаю, провально я реально сыграл вот турнир Star Ladder. Там были на то свои причины, и мне за него до сих пор обидно. Там вообще ничего не получалось у меня. Но остальные турниры, Дмитрий, нормально ведь играю. Почему не показали коронного Батрайдера? Потому что его с International все банят. Какие героев нужно брать при пуш-стратегии, как во второй карте против Фнатик? Вот мы тоже пытаемся сейчас это выяснить. Как вы оцениваете скилл своей команды по стабальной шкале? Скилл на 120, а макро-передвижение не на 120 уж точно. Почему FN не играет на линии? Есть история про Лину. Играли мы, по-моему, квалификации на минор. Как же? Perfect World Minor против команды Vega в финале. И вот, там у нас была фишка такая. Мы, по-моему, три игры подряд ему пикали Лину. Вот там Вайпера, еще в кого-то. И три игры подряд... А, не, мы 2-1 вроде проиграли тогда. И после этого у нас очень плохие воспоминания по поводу героя Лина. Вот. Думаешь ли вводить себе пул героев, таких как Пангольер, Кентавр, Тайд, Абадон и других? Ну, они, в принципе, и так в пуле моем, кроме Пангольера. Просто мы их не особо пикаем. Что Корбан говорил, стоя за спинами игроков? Говорил: парни, вы красавцы, давайте, у вас все получится. Не боишься потерять хард, играя в команде с Йоку? Боюсь. И поэтому стараюсь еще больше. Когда уже наступит имперская весна? Я, конечно, понимаю, снег еще валит и теплом не пахнет, но, может, с вашими победами придет весна. Но мы пока думаем, что с отсутствием снега придет весна, а не с вашими победами. Ну, пытаемся как-то подстроиться под это. Андрюх, как дела на личном фронте? Неплохо дела на личном фронте. Наверное, сейчас смотрит человек на личном фронте. Привет ему. Против каких саппортов тебе трудно стоять? Сильных, действительно.
против сильных саппортов тяжело стоять, а против слабых полегче немножко. Так, все, вопросов больше нет. Ребят, спасибо, что задавали вопросы. Мы будем стараться еще больше для того, чтобы радовать вас и меньше огорчать. Всем спасибо. Счастливо. Андрюх, вот я на вопросы ответил, а теперь давай честно. Что вообще происходит? Ну, что делать будем вообще с эпицентром? Готовиться к нему будем. Максимально, как? Усиленно. Давай. Как готовиться будем? Давай. Ну, как спортсмены самые настоящие. Как на интернешнл готовились к интернешнлу, где были все нереально мотивированы. Надеюсь, у нас так же будет в этот раз. Да. Потому что до этого что-то не очень у нас было хорошо все с подготовкой. Мы над этим будем работать. Усиленно, усиленно работать. Надеюсь, весна пришла. Надеюсь. Так уже лето скоро. Какое лето? Март только. Снег на улице еще. Че, лифт открыл? Подожду здесь. Doors closing.